Уважаемые коллеги, дамы и господа, после продолжительных переговоров мы согласовали следующий документ. Я цитирую. В ответ на обращение президента Российской Федерации Владимира Путина и в соответствии с договоренностями президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджанской Республики Алиева и премьер-министра Республики Армении Пашиняна, стороны согласились о ниже следующих шагах. Первое. Объявляется о прекращении огня с 12 часов 0 минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста. Второе. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Третье. Азербайджанская республика, Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Четвертый. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса. Спасибо за внимание. Надеюсь, что вы адекватно отразите результаты нашей сегодняшней работы. Спасибо.